Во Фроловском районе участково-уполномоченный полиции раскрыл ранее совершенное преступление. Установил и задержал подозреваемого в причинении телесных повреждений 47-летнему местному жителю. Еще в начале декабря поздним вечером в результате конфликта между двумя мужчинами одному из них были нанесены побои. Потерпевший обратился в полицию. Задержанный сознался в содеянном, возбуждено уголовное дело. В Среднеахтубинском районе для задержания водителя инспекторы ДПС применили табельное оружие. Вечером недалеко от птицефабрики в хуторе Заяр полицейские заметили автомобиль ВАЗ-21-144, водитель которого грубо нарушал правила дорожного движения, выезжая на полосу встречного движения и создавая своими маневрами опасность. Неоднократные законные требования полицейских об остановке он проигнорировал и попытался скрыться. Инспекторы организовали преследование автомобиля. Для остановки транспортного средства сотрудник полиции произвел из табельного оружия предупредительный выстрел, а затем прицельные выстрелы по колесам машины. В результате нарушитель был задержан. Им оказался 28-летний житель хутора Заяр, находившийся за рулем автомашины без водительского удостоверения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. В результате применения оружия пострадавших нет. Водитель привлечен к административной ответственности. В Краснооктябрьском районе полицейские пресекли сбыт наркотиков. Около шиномонтажной мастерской по улице маршала Еременко за сбыт марихуаны задержан 40-летний монтажник из Светлоярского района, ранее судимый за аналогичное преступление. Он сознался в содеянном и вновь понесет уголовное наказание.